меня очередная посылочка. Приехал молоток. Такой модный, красивый молоточек с карбоном. Так вот выглядит. Цанговый зажим. Здесь у нас под насадочки. Такие вот насадки. Это позиционируется как блендинговый молоток. 5 таких насадок. На сайте было указано, что насадки под М8. Да, М8, шаг 1.25. Все мои насадочки сюда подходят. Вот такой вот длинный получается. Дальше обкатка покажет, насколько это все хорошо или не очень. Цена вопроса небольшая. Все вот эти насадочки пригодятся. Если надо будет, я внесу нужные мне коррективы. Ну, сделано хорошо, аккуратно. Поработал уже всеми насадками, но вот эта остренькая тоже мне пригодилась. Все насадки рабочие. Вот он градик. Ну, град такой лайтовый. Мне понравилось, как насадочки работают. Использую одну острую, одну сферическую немножко. Хорошие сферы у всех насадок. Не минусят они. Работать комфортно, работать хорошо. Клей и молоточек для блендинга. Все получается так, как хотелось. Единственное, что я доработал, одел вот такие резиночки. Очень мне понравилась такая грибовидная. Ну и добавил к этому набору вот такую пик-насадочку. Я не помню, чьей фирмы, но импортная. Все прекрасно получается. Все, всем хорошего дня. Пока-пока. До новых встреч.